Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий. На днях стало известно, что певица решила раскрыть все карты. В одном из глянцевых журналов она появилась на фото вместе со своим ненаглядным чадом. С чем связано такое решение, не ясно, но поклонников это и не волнует. Куда больше их обеспокоила судьба девочки с подобным именем. В сети артистку буквально затравили за выбор, однако Нюша, похоже, на этот счет не переживает. Она рассказала, что имя для дочери они с мужем выбрали из-за любви к мультипликационному творчеству компании Disney. «Нам с мужем нравится Король Лев, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион – это не простой знак, а сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант, Мирослава. Мы с мужем решили, что когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло», уточнила Нюша. Россияне не разделили восторга знаменитости. Ранее они высказали свое фи. «Мир сошел с ума, у меня так собаку зовут. Спасибо, что не Пумба. Симба Игоревна Сивова, бедный ребенок, что ей придется пережить в школе. Мама Нюша, дочь Симба, маразм крепчал, осталось родить еще Тумбу и Юмбу», принялись возмущаться пользователи. Нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производная от Серафимы или Стефании. Певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику. Ролик подошел к концу. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно его услышать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так вы будете узнавать о всех самых свежих новостях и ничего не пропустите.